Караганде депутатская делегация. Народные избранники приехали в город Горняков с особой миссией. В шахтерской столице проходит заседание комитета по экономической реформе Мажилиса парламента. К слову, такой круглый стол в нашем регионе проходит впервые. В рамках рабочей поездки мажилисмены посетили несколько объектов. Подробности у нашего корреспондента. Первый день своей поездки народные избранники посвятили каргандинские предприятия. Сначала мажилисмены посетили ТОО «Нордпромс», который находится в городе Темиртау. По словам темиртауцев, ТОО «Нордпромс НС» в 2011 году реализовал инновационный проект «Запуск линий по производству железобетонных шпал для дорог». Число работников на предприятии – 185 человек. В год завод выпускает более 300 шпал. Каждая шпала носит очень высокие эксплуатационные характеристики. Следующим посещенным объектом рабочей делегации был историко-культурный центр первого президента, который был создан в 2011 году. Главная цель центра является участие в реализации государственной политики в области образования и науки путем предоставления традиционного библиотечного обслуживания читателей. А об основной деятельности данного заведения ознакомил сам аким города Темиртау Нуркен Султанов. По 2013 году, то в бюджете 2012 года те средства на ПСД, на все эти вот моменты, были выделены. Также депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан отметили, что в планах есть реализация нескольких проектов по моногородам. К слову, всего в стране насчитывается 27 моногородов, из них 8 в нашей области. Конечно, сегодня многие страны не могут составить бюджет на один год, а мы уже который год составляем трехлетний бюджет. Это говорит о том, что наш Казахстан развивается, что Казахстан экономически сильное государство, что мы можем и позволить себе сегодня поднять высокий уровень этих вот моногородов. Ознакомились мажилисмены и с работой акционерного общества «АрселорМиттал Темиртау». На сегодняшний день количество рабочих мест предприятия рассчитано на 560 человек. Производственная мощность – 400 тонн в год, а занимаемая площадь – 5000 гектар. Рабочая поездка чиновников продолжилась на предприятии СЭС «Сарарка», которое было основано в 2007 году. Основная деятельность СЭС – производство химической промышленности. Также мажилисмены ознакомились с достопримечательностью города Сарань, побывали во многих высших учебных заведениях. Мирам Гусалкимбаева, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.